Ребят, всем привет! Сегодня у нас очередное видео про необычайные способности этого забавного рыжика, всеми нами любимого Микуськи. Всем приятного просмотра. Пошли кушать. Кушать. Кушать пойдем? Пойдем кушать. Давай беги скорее. Мика, тебя долго ждать? Микусь, пошли. Микуся, сидеть. Сидеть. Молодец. Ждать, Микуся, ждать, 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 ждать. Дай лапу, дай лапу, дай другую. На. Что это надо попробовать? Он такой не ест. Это ананасы, что ли? Нет. Микуся, зайка, зайка, зайка. Молодец. Мика, сидеть, 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 сидеть. Молодец. Микки, лови. Микки, лови. Да, кстати, вот достали банку с ананасами. Это ананасовые кольца. Микуся их обожает, наверное, больше, чем мясо. Сидеть, зайка. Молодец. Молодец. Все, последний кусочек, Микусь, ты много скушал уже. Дай лапку. Ладно, давай еще так поиграем. Дай пять. Дай пять. Вот так. Молодец. На. Вот так мы ужинаем. Не всегда так, конечно. Сейчас он свою еду съест, потом нашу еду съест. Поэтому как-то вот так. Жди. Ты что, персик или что? Да. А? Да. Микусь, персики будешь? Он обычные ест, а такие я не знаю. Это консервированные. Микусь, там может химикаты быть. Будешь такое? Не, такую химию мы не едим. Понятно. Мы за настоящее мяско. Правильно, Микусь. Продолжение ролика про выполнение команд. Я посмотрел, там мало по таймингу совсем. Вот, как он уже в новом доме слушается. Смотрите. Микуся, кушать. Микусь, сидеть. Молодец. Сейчас кушает. И скажем ему другую команду. Я всегда кормлю его, стараюсь кормить перед тем, как сажусь кушать сам. Но, во-первых, получается, что и он особо не лезет, не пристает. Уже сытый парень. Ну, а во-вторых, вот это вот чавканье, которое вы сейчас, наверное, слышите за кадром, оно прям воодушевляет, сразу аппетит просыпается и кушать хочется. Микуся, дай лапу. Дай лапу. И такое бывает, ребят. Он просто забрал у меня свою голову куриную и убежал. Он залез на диван и ест ее на ноутбуке на моем. Все у него хорошо. И такое бывает, но редко, но случается, когда он вырывает из рук. Дай лапу. Дай лапу. Дай другую лапу. Другую лапу. Молодец. На. Ну вот, снова всем приятного аппетита. Не кусай, зайка. Стоп. Упала у меня. Микусь, зайку делай. Зайку. Зайка. Зайка. Не держись лапками. Зайка. Зайка. Молодец. Зайка. Зайка. Да, ну иди, а. Мы тут видео снимаем. Теперь знаешь. Куда мне уйти-то? Спрячься. Чуть голову не сломал. Спрячься куда-нибудь. Микусь. Жуй скорее. Иди обратно. Сидеть. Зайка.
Не кусички. Не куси. Не куси, иди ко мне. Иди кушать. На, Мика. Зайку делай. Зайку. Молодец. Отличное выполнение от команды. С полуслова меня понимает. Молодец. Молодец, Мика. На травку. На травку. Микуси. Микуси. Микуся, иди сюда. Мика. Мика, на травку. На травку. Джейся пришла. И Джейся травку ест. Мика, не гоняй Джейсю, пожалуйста. На травку. Твоя травка, твоя. На. Так тут травки полно, она ведь не привязана. Пускай ест. Мика, нельзя тут пока. Не куси. А? Меня-то зачем ты кусаешь? Дурья твоя голова. На, миксом. Все, нашел что-то. Лена, раскопки начались. Ну, он что-то там унюхал, ему надо. Все, 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 понеслось. Здесь яма будет большая. Ноздри уже проваливаются, сейчас голова пройдет. Ну, тут Микусе дали печененку, он очень сильно уж ее выпрашивал. Угостили парня. Он вместо того, чтобы ее скушать, благополучно спрятал. Ну, на сегодня у нас все. Я очень надеюсь, что не будет этих странных вопросов, для чего пристегнули лиса, когда он на улице гуляет. В комментариях я уже всем все ответил, всем все рассказал. Цепь достаточно длинная. А цепь только потому, что он перегрызает любой поводок за 5 секунд. Ну, читайте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю удачи, крепкого здоровья. До скорых встреч!